И у нас найден новый босс, который в кои-то веки, возможно, что-то из себя представляет. Вот он кричит сейчас, в общем-то. Так что сейчас мы узнаем, что сможет ли он что нам противопоставить. И мы опять раскатаем его за... Да господи, что ты... Эй! Станет мне. Вот, сможем ли мы что-то ему сделать, или... Все-таки... Очередное... Да хватит! Один. Или это очередной Dark Souls. Так что... Наверное, слишком далеко уехал. Да что тебя дамагает-то, я не понимаю. Я еще не умер. Okay. Да пожалуй, вот. Ну, вы прекрасно видите, да? Типа половина не проблема, да? Дальше начинается дичь. Он начались сердечные атаки. Так, прицел. Это мы лезем. Это мы почему-то не лезем. Я зря, кстати. Ошибка от меня зашла, небольшая. Не надо было там мост спить. Не вижу, это плохо. Но это закончится очень плачевно для нас. Что, новое начнет делать? Боюсь его как черта просто вообще. Двенадцать минут, братцы. Но он вот на нем адреналинчик, да. Это вам не Йорн. И 58 000 душ. Я прям вот в напряжении весь сидел, эти атаки жуткие. Хотя по факту, ну как-то он, видите, зажался вот в этих двух рамках, да, вот здесь он. Просто я рядом с ним стоял, и по факту он делал только крутящуюся атаку потом и, ну, атаку когтями в ближнем бою. Так что... И на старого снедаемого короля найдется проруха, да, как говорится, старая добрая. Кришному королю своя пуля, все такое. Интересно, что у него будет, наверное, топор. Так... Ладно. Не знаю, будет ли еще какой-то хайлайт сегодня, но в любом случае, если что, спасибо за просмотр. Ради вас босса одолел за 12 минут. Это мой, получается, четвертый заход на него.
мистер Дабл Ди. Так что спасибо вам за просмотр и услышимся на следующем боссе.